Всем привет! Я рада приветствовать вас на отчете пятой недели моей работы с диетологом и массажистом. По традиции скажу, что если вы не знаете, о чем идет речь, то у меня на канале есть целый плейлист, посвященный этому. Я еженедельно делаю отчеты, что у меня получалось, что не получалось, как я перестраиваюсь на правильное питание, что я ем, мои результаты. В общем-то, обязательно загляните в плейлист, есть смысл начать сначала, посмотреть все с самого начала, тогда сегодняшний выпуск будет для вас более логичным. Если вы следите за этими выпусками, то я сразу же буду приступать. Опять-таки, свою маленькую черную книжечку я сейчас достала и буду вам рассказывать о своих результатах. Результаты пятой недели у меня довольно плачевные. Я потеряла всего лишь 200 граммов веса. Этому послужило две причины. Первая причина заключается в том, что вся эта неделя у меня пошла под откос из-за того, что я простудилась и, откровенно говоря, чувствовала себя на троечку. Мне не особо хотелось там что-то себе готовить. Из-за этого, кстати, я вас сегодня там супер какими-то рецептами удивлять не буду. И как-то в целом я много шагов диеты пропускала, то есть я пропускала закаливание, я пропускала физическую нагрузку, я пропускала воду, то есть я очень мало пила воды за день, в основном это были какие-то чаи витаминные. И вторая причина, по которой у меня пошел мой результат под откос, это разгрузочный день. В этот разгрузочный день я уже оторвалась по полной программе. И в основном, наверное, все-таки именно он и послужил моему плохому результату, потому что после разгрузочного дня весы показали на полкилограмма больше. И пока эти полкилограмма во мне держатся, и я еще пока их не скинула. В свой разгрузочный день, как я и сказала, я оторвалась. Началось все с того, что в районе обеда мне захотелось очень сильно сладких сырников. И я, в принципе, себе позволила съесть сладкие сырники, и вечером мы пошли в бургер-заведение, и я съела огромный такой просто бургер с картошкой фри, кетчуп я туда добавляла. Короче говоря, я оторвалась по полной программе, и после этого, когда я стала на весы, я так немножко подрастроилась, но потом я поняла, что, в принципе, здесь ничего такого плохого нет. Я оторвалась, я съела то, что мне уже давно хотелось кушать, потому что бургеры я обожаю. Я здесь была бургерная диета, я бы, наверное, только на ней сидела. Но, тем не менее, то, что вот этот такой у меня плюс случился, я абсолютно не расстроилась, я уверена, я его брошу, и как бы пройдет еще там дня 3-4, как бы у меня эти полкилограмма мои уйдут. Но, тем не менее, из-за того, что я вот приплюсовала вот эти 500 граммов после разгрузочного дня, общий мой результат за неделю получился минус 200 граммов, что, конечно, довольно плачевно. Если бы не было разгрузочного дня, общий результат бы у меня был 700 граммов. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Также хочу сказать, что у меня уже закончился массаж. У меня вчера был последний сеанс массажа, и последний сеанс массажа был у меня даже не антицеллюлитный, а я даже не знаю, как его правильно назвать, но, короче говоря, это был медовый массаж. Настя, это мой массажист и диетолог, ее контакты я оставлю внизу, как всегда, вы можете тоже к ней обращаться, если ищете диетолога. Она сделала мне медовый массаж, как она объяснила, это для того, чтобы очистить поры, и так как целый месяц меня поливали просто массажными маслами, это помогает очистить поры, сделать кожу мягкой, то есть это как такая вот завершающая такая спа-процедура. Я очень сильно покайфовала во время этого массажа, да, он не сказать, что он сильно приятный, потому что вас обмазывают медом, и из-за того, что мед вот такой вот липкий, делаются постоянно такие вот как движения, и ваша кожа прилипает к коже массажиста, и получается немножко такие, знаете, как рвущие ощущения, но по сравнению с антицеллюлитным массажем, это просто как будто меня беличьим хвостиком гладили. Мне очень понравилось медовый массаж, я реально кайф получила. После того, как я этот мед смыла, кожа была очень гладенькая, очень бархатистая, очень приятная, короче говоря, просто положительные эмоции. И так как у меня закончился массаж, я сразу поинтересовалась у Насти, стоит ли мне делать последующий месяц какой-то самомассаж, то есть какими-то роликами или руками, или там мазаться какими-то кремами антицеллюлитными.
Она сказала мне, что ничего из этого делать не нужно, то есть физические нагрузки у меня остаются, но что касается любых самомассажей и прочих издевательств, этого делать не нужно, потому что главная задача моего второго месяца – это сделать так, чтобы мышцы мои отдохнули от постоянных нагрузок именно в плане массажа, чтобы сошли какие-то отеки, если они есть, потому что антицеллюлитный массаж может вызывать синяки, не должно быть гематом каких-то страшных, не должны быть все ноги синие, но тем не менее какие-то синяки это может вызывать. Синяки в любом случае вызывают какие-то отеки, поэтому нужно, чтобы в последующий месяц организм отдохнул от постоянных надругательств, а мы тем временем будем за всем наблюдать и смотреть, как мое тело себя ведет без массажа. И раз я уже так вскользь затронула тему физических нагрузок, что могу сказать на основе того, что я поняла, что я услышала от Насти и что я прочитала в комментариях от вас. Физические нагрузки, безусловно, очень важны в процессе похудения, в процессе избавления от целлюлита, но это должны быть именно правильные нагрузки. Настя мне сказала, что у нее просто масса случаев, когда к ней приходят девушки после тренажерных залов, которые ходят в тренажерные залы годами, тягают там, не знаю, штанги, поднимают гантели, делают разные силовые упражнения, и при этом они очень сильно набирают вес. Что происходит? Они набирают мышечную массу, а жир они не сбрасывают, потому что для того, чтобы похудеть, нужно, как это говорится, сушиться и набирать мышечную массу. Так как большинство не знает, как это правильно сделать, получается так, что масса набирается все больше и больше и больше и больше, и фигура все хуже и хуже начинает выглядеть, хотя вы, в принципе, постоянно занимаетесь спортом. Настя сказала, что для нее это очень частый случай, то есть она очень много таких вот вариантов видела. Поэтому физические нагрузки она и очень многие, кстати, тоже это в комментариях писали мне, рекомендуют под наблюдением тренеров, то есть чтобы тренер для вас персонально разработал какую-то схему тренировок, если это силовые тренировки особенно. Что касается кардиотренировок, то здесь менее вероятно, что вы будете набирать какую-то мышечную массу. Если вы не будете себя там сильно загонять, то, скорее всего, это будет стимулировать жиросжигание. Но что касается именно физической нагрузки, силовой, то только под наблюдением тренера, иначе вы рискуете действительно очень сильно поправиться и изуродовать свою фигуру, потому что в каких-то местах вы станете шире, больше, где-то появятся мышцы, но в то же время не уйдет это сало ненавистное. И, в общем-то, да, вы только себе подгадите всю картинку. Я всегда тоже была таким человеком, который считал, что я самая умная, все сама могу сделать в тренажерном зале, намного лучше, чем тренера. По большей части это происходило из-за того, что мне не попадались какие-то толковые тренера. Я даже когда пыталась с кем-то работать, я понимала, что это вообще не мой человек, и он не понимает и не слышит того, что я ему хочу сказать. В основном все тренеры как-то по заданной схеме идут, они не слышат абсолютно ни о твоих проблемах, когда я говорила, что у меня там грыжа есть, когда я говорила, что у меня колени больные. Они как-то пропускали это все мимо ушей и все равно меня нагружали так, что у меня либо спина потом болела, либо колени болели. Короче говоря, я это забрасывала дело. И сейчас я занимаюсь по приложению, которое называется Thigh Slimmer. И это приложение, там всего несколько комбинаций упражнений. И эти упражнения по работе с собственным весом, то есть там, ну, приседания какие-то, приседания такие, приседания сякие, там запрыгнуть туда, сделать то есть ничего сверхъестественного, и пока я смотрю, что они идут только мне на пользу, поэтому пока я не остановлюсь на этом. Если вы живете в Одессе, если вы знаете какой-то фитнес-центр или тренера какого-то толкового, обязательно напишите мне, потому что мне вот в Одессе такие не попадались, к сожалению. И закончить это видео я хочу, как обычно, какими-то рецептами. Сильно много я вам здесь не расскажу. И, откровенно говоря, из-за того, что я и заболела, и из-за того, что это одновременно совпало еще с тем, что ко мне в гости приехала мама, я практически не готовила всю эту неделю. Поэтому мои рецепты – это частично то, что она мне готовила, а частично то, что очень такая ленивая еда.
первое, о чем хочу рассказать, это очень хорошая идея для завтрака. Это мюсли с йогуртом. Очень просто готовить. Вы берете любые мюсли, которые вам нравятся, можно взять просто овсянку, насыпаете это в какую-то банку или в какую-то емкость, заливаете йогуртом так довольно обильно, закрываете и ставите это на ночь в холодильник. За ночь овсянка или мюсли разбухают, то есть они с этим йогуртом перемешиваются, и на утро у вас получается уже как бы готовая, как бы запаренная, да, овсянка, но в то же время, если йогурт подсластить еще тоже медом, получается такой сладкий довольно завтрак. Мне очень нравится, я два раза, по-моему, за прошедшую неделю такой вот завтрак себе делала. Также на прошлой неделе я открыла для себя салат, который я никогда бы не поверила, что может мне понравиться. Это был салат из свеклы. Мне его приготовила мама, и когда она его готовила, я вот до последнего просто упиралась, и я говорила, что я его есть не буду, что это какая-то гадость, и я совсем не представляла, насколько все-таки он окажется вкусным. Как она его приготовила, она просто взяла, отварила свеклу, довольно долго она ее вываривала, потом она ее на терке потерла, и добавила тоже туда чеснок, и добавила туда еще тоже маринованные грибы. Все это перемешала, и вот вкус действительно настолько какой-то классный. Я вот не люблю свеклу конкретно из-за того, что у нее такой, знаете, подвальный немножко запах и вкус бывает. И вот конкретно это сочетание свеклы с чесноком и с маринованными грибами убрало вот этот вот такой вот противный аромат. И очень-очень мне понравился этот салат. Я его смела просто всю тарелку и на следующий день тоже попросила, чтобы мама такое сделала. И в будущем я, думаю, сама тоже буду такое делать. И также на обед я еще кушала сейчас последние, там, не знаю, дня 4, наверное, суп из сельдерея. У меня на канале, кстати, есть рецепт этого супа. Я его немножко адаптировала, там в основном все поджаривается. В этот раз конкретно картошку я сварила вместе с бульоном, а все остальное, в принципе, там как по рецепту, по-моему. Я этот рецепт в любом случае оставлю внизу. Супчик очень вкусный, очень классный, очень легкий, и он такой вот необычный. Но и если вас пугает сельдерей, то я вам все-таки рекомендую попробовать, потому что иногда, когда мы слышим определенные продукты, нам кажется, что получится плохо, но в итоге получается очень вкусно, как вот в примере со свеклой. Также мне в последнее время немножко поднадоела уже курица индейка. Я думала, чем можно ее заменить, и на вечер, на ужин с салатом я начала покупать креветки, варить довольно большие вот эти креветки и бросать их тоже в салат. Неплохая такая альтернатива какому-то мясу, в принципе, тоже немножко разнообразила всю мою диету, и мне такой салат очень тоже даже понравился. И тоже еще хочу последнее, о чем рассказать, это соус, которому меня научила Настя. Она сказала, что можно сделать соус из нежирной сметаны и французской горчицы. Смешать это в пропорции такой, как нравится. Это нельзя кушать каждый день, это нельзя кушать там на завтрак, обед и ужин, но это такая вещь, которую можно иногда добавить в свою диету, чтобы немножко разнообразить, добавить каких-то специй, добавить какого-то вкуса блюду. И мне вот этот соус очень сильно понравился с курицей и с индейкой. Вот просто потрясающе просто сочетаются эти продукты. Я номинала просто вот так вот, не успела пережевывать. Очень-очень классное такое у меня сочетание получилось. Вот, в принципе, все, о чем я вам хотела рассказать. Наконец-то это видео у меня получилось относительно недлинным. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их задавать. Если у вас есть какие-то комментарии, если вы можете чем-то ценным поделиться, обязательно это сделайте, потому что тоже многие замечают, что именно в комментариях тоже приходят очень ценные советы. Я сама тоже их читаю, очень много действительно хороших, толковых комментариев приходит, поэтому огромное вам за это спасибо. Я буду с вами прощаться, и мы с вами увидимся в отчетах следующих недель. Пока!